Сегодня я вам покажу, как выполнять эластичный наборный край. Начинаем мы с двух воздушных петель. Теперь вводим крючок в первую петлю, вытаскиваем ниточку и провязываем обе петли. Вводим крючок вот верхнюю левую петлю, вытаскиваем, провязываем. И так продолжаем вязать дальше. Это самый простой из эластичных наборных краев. Вот такой вот эластичный получаем край. Вязать нужно довольно свободно, чтобы легко попадать вот в эту вот петелечку. Если вы будете затягивать, в общем-то возникнут сложности. В чем преимущество этого края? По сравнению с обычной цепочкой из воздушных петель, этот такой набор более эластичный. Давайте так. Он прекрасно растягивается.